12 марта 1945 года. Бойцы 2-го Белорусского фронта продолжали наступление и овладели важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцику и Гдыне. Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев 12 марта штурмом овладели городом и крепостью Кюстрин, важным узлом путей сообщений и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину. За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 134 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника.